36-річний військовослужбовець на позивний «Маріуполь» захищав Україну з 2022 року. Від початку повномасштабної війни був кулеметником на Донецькому напрямку. Останні 8 місяців – на Запорізькому. Родом чоловік із Маріуполя, тому отримав і таке псевдо. Має 14-річного сина. Торік отримав тяжке поранення у боях. Після лікування продовжив свою службу мінометником у 127-й окремій бригаді тероборони. Був мобілізований в августі 22-го. Попав в учебку і потім попав под Солідар, Красна Гора, під Бахмутом були. Часів яре, ще пам'ятаю, ми там колбасу покупали за гроші. Зараз його розбили. Ну, розоб'ють, я так розумію. В Богдановці був. Там, довольно довго ми там стояли. Зараз його забрали вже. Так, в принципі, що, ну, попав сюди. Первый выезд, ну, страшно было, да. А потом уже свыкаешься с этим. Ничего страшного нет. А тут интереснее. И чем? Тут спокойно, тихо. А там постоянно, куда-то бежать надо, побежали туда, туда. Тяжелее. Может, уже перегорел просто. Раньше интереснее было. Ну как, интереснее. Драйв, кураж, посадка, куда-то нестись. Да не, все, хватит. Більше не хочу. Поки були штурмовиком, да? Що для вас тоді було найстрашніше? Що запам'яталося? Мені снайпер в голову попав. Каску розбив. Напополам розвалилася. Ну, то саме страшне було. Я тут зараз сознання потеряв. А потім... Слышу, как товарищ говорит, Мариуполь 200. Ну, как это, не знаю, сквозь сон, или как оно так. Резко встаю, как за шапку берусь, под шапку. Думаю, что-то фигня какая-то. На руки смотрю, руки сухие. И на кореша смотрю. А он, и тоже сознание теряет. Говорит, я не ожидал, что ты встанешь просто. И вот тогда уже, ну, совсем страшно стало. Опухоль теперь. Ну, не особо и болит иногда. Не, ну бывает такое, что приходит боль. А так терпимо все. Меня на утро забрали. Я еще в блиндаже валялся там долго. Всю ночь почти. К нам приехать не могли. Ну, потом забрали, да и все. МРТ головы сделали. О, парень, все, тебе. Несколько еще потом повоевал. Потом меня танк закопал в Богдановке. На отходе мы. Наш взвод разбили, роту разбили. Я стрелял, стрелял. И потом танк выехал. И как раз в том окопе, в котором я был, кольцо такое было, в поле. Из земли вал. Там что-то импровизированный окоп был. Рядом, ну, промахнулся просто. Засыпал меня землей. Да, все. Была вторая контузия тяжелая. И потом вот эти госпитали, потом в конце ВЛК-комиссии. Ну и пока туда-сюда, и вот сюда перевели. Вы означаете, что из Мариуполя. В Мариуполе у вас будинка уже немає, так? Нет. Он разбитый? Да. На третьи сутки уже и так все было понятно, что... У меня еще и дом был около Азовстали, на левом берегу. Родителей дом тоже сгорел. Его уже снесли даже. Ну, а что, ну вот, возможно, их жаба задавила о том, что мы лучше живем. Ну, наверняка так оно и есть. Вот. Освободить нас решили. От чего, непонятно. А так что, документы морские сгорели. Не восстановить теперь. А ну, как, ну, забываешь уже. Что надо дальше двигаться, да и все, что об этом помнить. Единственное, что паспорт восстановить надо, а вот только прописка мариупольская как-то. Не способствует этому. А так все замечательно. Втомилася зараз уже? Морально. Физически нет. Морально просто, что, ну, каждый день одно и то же. Это замкнутое пространство. Да так, в принципе, оно свыкаешься. Ничего страшного тут нет. Не, ну надо же позитивно как-то думать. Что, я все время, я в блиндаже сижу и солнца не вижу. Ну, тоже.